Вежливый Крым – так назвали проект, который сегодня стартовал на полуострове с целью улучшить качество сервиса. По сути, это состязание для работников туриндустрии. В конце сезона будут вручать премии самым вежливым и гостеприимным. Это касается и сотрудников гостиниц, и рестораторов, и экскурсоводов, и даже водителей. Список номинаций еще могут пополнить. Курортный сезон в Крыму в разгаре. Буквально на днях там встретят 1,5-миллионного туриста. А всего регион ожидает этим летом и в бархатный сезон более 6 миллионов гостей. Бренд «Вежливый Крым» должен стать не только символом крымского гостеприимства, но и знаком качества во всех сферах нашей жизни. Наверное, говорит о том, что работы у нас очень много, но мы эту работу не боимся, мы ее начали. И я думаю, что Крым достоин того, чтобы быть именно вежливым, и чтобы люди, которые сегодня оказывают услуги, относились к этому со всем вниманием.